наша цель, чтобы все вот оно покраснело. Теперь берем вот так вот пощипываем с подкруткой, хаотично, может быть, чтобы все покраснело, чтобы создать гиперемию. Продолжаем создавать гиперемию, ее называется метелка. Расслаблена рука, вот так потренируйтесь, да? Вторая рука ей машет, чтобы она вообще не напрягалась. Сразу переходим в лапу леопарда, начинаем натирать. Потом накрест, вот тут, чтобы еще захватить ягодичные мышцы, туда-сюда, поясницы. В разные стороны, лапа леопарда, да? Лапа леопарда доходит до трапеции, мы каждый раз будем возвращаться, поднимать ее вверх, вот это, тягивая назад. Теперь кулаком с утяжелением по правой или по паралитральной мышце. Ага. Тут по ребрам будет, конечно, больно, ну, да, поэтому да. Мы через мышцу работаем кулаком. Если кому-то больно, да, можно плоскостью вот так положить и плоско раздавить. Теперь открываем ключи шлюзов. Раз, два. Наша цель – это двинуть эту мышцу, этот валик от позвоночника. Рука, которая впереди идет, она как бы первая начинает. Есть контакт, молодец. Теперь отдвигаем. Шлюз открыли, потекла вода. Вот рисуем такую, получается, тельняшку для девушки, да? Но на самом деле это у нас из отработанной зоны, мы сливаем лимфу под мышку, в переднюю часть организма и вот там вот, под ключичную зону, вот туда. Опять потянули трапецию на себя, захватили позвоночник, отчистили отростки, вот так хватаем кулачком. И вернулись назад. Другой рукой, да. Делаешь вот так, вернулись. И наша цель теперь ППС, пояснично-подвздошный сустав. Туда, кстати, редко какой массажист залазит вообще, но там именно самые боли бывают. Вот туда прям. И кулачком туда прям вовнутрь залазим. И пальчиком туда, и можно пальчик постучать. Терпимо, да? Вообще, да, мне там как надо все. Чувствуете? Все постучало. Вот. КПС. Это вот тут сустав находится, вот его тоже можно так промассировать, прям жестко, кулачком прям можно. Терпится. Крестец – это 5 сросшихся позвонков, и на них тоже есть отростки, позвонки, отростки, да? Их вот мы обходим вот так вот, пальчиком по кругу. Доходим до того места, где заканчивается, там такой квадратная, как бы такая ниша будет. Это прям культурная точка, откуда выходит конский хвост. Нервный конский хвост. Не твой хвост, я имею в виду. Нервы. И еще одна точка, где копчик, прямо копчик закрепится. Продавили, теперь тут 4 уходящих нерва. Как-то можно нащупать. 1, 2, 3, 4. Как говорил мой дед, во всем важны нюансы. Опять ППС расшатали, да? И место крепления мышц с этой стороны. Сам гребень и место крепления мышц сверху. Проработали вот так вот вниз. Заодно и лимфу сливаем. Теперь прием называется куриная лапка, когда у нас все пальцы расходятся в стороны. Поднимите, чтобы все расходились в стороны. Большой назад тоже шел. Большой от всех пальцев отходил. Вот, ставим большими пальцами, соответственно, на ППС здесь. И получается перпендикулярно здесь. Это кулак от крестца, а этот гребля позвоночной кости отдвигает ягодицу вот, по очереди. А здесь, соответственно, мы вот, видишь, по очереди под прямым углом ППС прорабатываем. Глубоко, вот так, поглубже прям. Чувствуешь? Угу. Это вообще супер. Супер движение. Ноу-хау от Олега Авафа Гудина, вашего уважаемого друга, сенсея и слуги. Не сюда, а вот это место, ягодицы, с ягодицами мы работаем. Я помню, с ягодицами мы работаем, да. То есть не здесь, а
уже с ягодицы, перешли на ягодицу. Угу. Довели до конца теперь, довели до бедра кости, они же вот так волокна растут, да? Развернулись, уперлись в таз, а с этой стороны начинаем вокруг вертела. Первая зона пошла, проработали шестеренкой. Вторая линия по центру, третья сверху, где мышцы крепятся. То есть два места, где крепятся мышцы, и по центру. Теперь то же самое, кулаком прямо так жестко, раз. Терпимо? Да. Ну вот средняя ягодичная мышца у женщин обычно бывает такая болезненная. И когда там будут спазмы, вы почувствуете, что как будто ваша рука вот через пальчик вот так, как бы проходит через какие-то жесткие там струны такие. Размяли хаотично, пекли месяц тесто, соединились, развели, свели, поддиагонали, скрутили, в общем, все как ваша фантазия сработает, как будто будет тесто месяц, да? Для пиццы или там для бисквитного торта, да? Для чего месим? Для перемешек. Для перемешек, да? Хорошо. Перемешки из тебя будут. Да, и теперь вдоль. Вибрация такая вдоль этих волокон. Вдоль этих сахар сейчас тоже. Сейчас можно пожестче. Вот. Но как только доходим до базиса нашего, сразу расплющиваем руку. У нас ассисты попадают вот сюда, между костяшками, да? Только не похоже и лозим, чтобы ассисты не переходили, а прижали и кости вот так вот растрясаем в разные стороны. То есть наш массаж, специальный мануальный массаж, авторская методика, призван сразу работать с кости, связки, костно-связочный аппарат, сразу идет декомпрессия, сразу утяжение идет, сразу уже все прощелкает. И все равно это подготовка только, разогревание тканей для дальнейшей мануальной правки, когда мы уже правим ноги, таз, шею, ну там все правильно. Так, теперь вот от этого базиса отталкиваем таз назад, а позвоночник туда. И вот руки как бы друг от друга не расходятся. Вот так вот, вот так вот, так вот, вот в разные стороны, в разные стороны. В длину мы же в длину делаем, не поперек, а в длину. Мы же позвоночник вытягиваем. То есть все кости, которые растут сюда, тянем вверх. Отсюда все кости, которые растут вниз, тянем вниз. Здесь будем за руки дергать вверх, а тут за ноги вниз будем дергать. То есть отсюда вот растягиваем. И тем самым мы пружиним так бы, да, и напитываем межпозвонковые диски. Невольно? Ну и дальше пошли растягивать, вдруг она место осталась, да, а это межпозвоночник. Вес тела держим, конечно, сверху. Вот, разделываем мои зоной. Тебе там тянется, ты чувствуешь? Мне вообще так, мне кажется, тянется. Хорошо, да? Угу. Теперь захватили остистой вот этой косточкой. Вот так вот, да? И с утяжелением расшатали в сторону прям. Тоже может и пропустить кое-где. Чувствую, вот здесь, да? Можно еще раз. Погромче говорят, он не верит. Хорошо. Да, если вы не поставите лайки, дальше вам ничего показывать не будем. Давайте быстренько ставьте, ставьте. Ставьте, ставьте, я жду. Без вас не начнем. Давайте, давайте. Yes! Мы закончили кулачковые техники, переходим к локтевым. Получается, нож входит в масло по диагонали вот так вот. Раздвигает таз от плавающих ребер. То есть вот от острого мизинчика шире, 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 шире. Но мы уперлись в этот таз, и таз еще толкаем туда. Вторая рука заходит вот сюда и за ребра толкает. Вот, первая пошла рука, вторая пошла. То есть они далеко не уходят, они на одном месте отработают. Туда-сюда вот, растаскиваем, растаскиваем, растягиваем. Пошла рука к голове, и это ныряет поглубже, локтем обходя косточку. И на ягодице начинает описывать 4 концентрических круга. А тут растираем уже трапецию. Одновременное движение очень хорошо тренирует ваши оба полушария мозга. Теперь схватили позвоночник. Вот так, кулаком, кулаком. Ассист отростка, так хватаем. Здесь 4
было параллельных линий, а тут расшатан позвоночник. Продолжаем ее постоянно расшатывать. Видите, у нас в течение всего массажа идет вибрации, в течение всего массажа идет вот какие-то колебательные процессы, таз все время шевелится туда, да, тело постоянно ходит ходуном. Значит, здесь закончили, и рука превратилась в рубанок. Начинаем 4 линии натирать вот так вот. Ага, пришли к ягодице. Быстро, необычно, вот туда. Туда ее оттаскиваем. Квадратную мышцу с косой оттаскиваем. Широчайшую мышцу отодвигаем. Трапецию нижнюю. Добавили верхнюю трапецию, разделив руки. Теперь поперек поставили, легли на человека. И вот поперек начали его раскачивать. Вернулись сюда, поставили в ППС локоть, как раз там два пальца, да, и наш острый локоток тоже два пальчика. Вот как раз вот сюда. То есть не в кость попадаем, да, а в ямочку. С другой стороны. Ты же тут работаешь. Вот сюда, вот сюда. Не попал, не рукой. Этой рукой, вот этой рукой под углом. Вот туда вот. С этой стороны работаем и отодвигаем. Не попал ты уже. Съехал. Кого? Да. Чтобы в кость не попал. Это и есть кость, мне кажется. Вот кость. Там вот сюда. Я же говорю, там промежуток. Два-три пальца буквально промежуток. Вот сюда надо попасть локтем. Если съедешь по кости, будет больно. Ну да. Вот. Дальше по гребню. Гребень, учтите, он идет выше, чем нам кажется. Вот нащупайте, где он, вот он. И сверху еще пару-три сантиметра складочку добавляем. И уже локтем не острием идем, да? А вот эта часть уже. С косточку обходим. Вот здесь вставили. И человеку не будет больно, когда вы правильно сделаете. Чувствуешь, как раздвигается? Да, у меня же она выше была. Да, кажется, да, вот. Да, вот эта вот половинка была выше. Mm. Кстати, да, выровнялась. Не до конца, но уже лучше. То есть мы прям таз отодвигаем, да, туда. И вот тут вот тоже мерить расстояние, с какой-то, с одной стороны, бывает ужас, какой-то шире, да, то есть мы где уже, там прям вот разбиваем, чтобы она отодвинулась, расширился сустав вот этот. ППС и КПС, соответственно. Так, ну и дальше смотри. Вернулись назад локтем, да, вот такая поза у нас. Можем этим локтем работать, а можем вот так перейти на другой локоть и рисуем большие блюдца по спине, в сторону. Отойдем до позвоночника, у нас вверх всегда идет движение, глядя на прессе. Да. Прям этот локоть поднимаю выше, чтобы у тебя прям вот давление было. Большое мощное давление. Теперь возвращаемся и рисуем циферблат маленьких наручных часов. Раз, два, три. Туда подбиваем, подбиваем. Все. Если надо посильнее, да, то можно не еще. Не надо посильнее. Не надо, да? А я думал, девушка все вытерпит. О, мне было уже хорошо. Уже хорошо, да? Так, и теперь скобу такую ставим. Лодочки до причала ставим, яхту как бы, да? Раз. С этими мизинцами раздвигаем таз от плавочек ребра. Не ползем никуда, именно тянем вот в сторону. Руки друг от друга отталкиваются. Еще раз. Квадратные мышцы растягиваем. Расслабляем их. Плавающие ребра пропускаем. И вот отсюда начинаем вбивать. Вот ребра идут как пальцы, да? Колышки вбиваем с нашим мизинцем. Прогремел выстрел, началась регата яхт. Первая яхта пошла, то есть на 4 части делим, помним, да? Вторая, третья и четвертая. Растягиваем за затылочную, то есть за акромиальный отросток шею. Вот видишь, как тянется. О, чувствуешь, да? Лебединая. Да, будет длинная лебединая. Шея прям будет. Теперь на три части делим. На две части. С выдохом.
Выдыхаем и на одну часть. То есть получается, яхту мы сколько поставили? Одну вот здесь, да? И между 10 ребрами, то есть два попросили ребра, 12-11, и между 10 ребрами осталось 9 промежутков. То есть всего 10 яхт поставили. И запустили мы сколько? 4 плюс 3, 7, да, плюс 2, 9, плюс 1, 10. Сколько поставили, столько запустили. И вот теперь самое важное. Уперлись в таз, то есть в крестец, и вот эту косточку по диагонали. Держится, да, рука. Здесь перешли через ребра, чтобы ой, через остисты, чтобы не касаться. И весь организм расшатан. Вот так вот. В разные стороны. Эта рука не ползет. Нет. Ползет, и таз держится. Держим таз, прям вот его раскачиваем. Я вам говорил, что у нас в процессе всего массажа постоянно идет раскачивание. Ну и тут такой нюанс. Если кому-то кто терпит, может прямо острием идти, да? А кто не терпит, предплечьем. То есть вот так я положил руку, да, и будет помягче. Так, с вами Олег Алабудин. Подпишитесь на наш канал. Мы продолжаем работать дальше. И теперь техника бульдозер, точнее каток. Вот сюда два локтя поставили, где мы распорку сделали, вот эту, да? Это в таз упирается, а это в ребра. Вот параллельно прям. И идем вверх, декомпрессируя позвоночник. Ага. Кое-где можно головой там, как мать ему сработает, попрыщу себе. Основной вес вот на этой руке, на передней. О, вытерпела, да? Отлично. Вторая рука догоняет плечи. И мы переходим к пятому сету. Это будет вот обработка лопатки, вращение топорика. Там еще очень много интересных приемов. Но об этом в следующем видео. Поэтому не отключайтесь, а поставьте лучше значок на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе важных наших событий.